Мне от деда осталось наследство, пара удочек, леска и тесто. Вырос я и мои игрушки, лодки, спиннинги и катушки. За спиною шепчут соседи, сколько времени и денег на ветер. Мне смешно, я иду в развалку, не за рыбой, а на рыбалку. Это я стебаюсь. Ну это ты сам придумал или где-то? Да сам. Это типа потому что... Не, тесто... вообще они говорят. Она чем сильнее, тем это вонючий, говорят. А-а-а. Ее прет сильнее. Ну не зря ж тесто делают с этим, да? Чесноком. Ну, да. Это вот этот чесноком, да? А, вот нарисован чеснок, ага. А зеленый, это ну как бы это ингредиент, что за зеленый, почему не зеленый? Сливы. А, сливы? Ё-моё. Это рыбу кормят. Горох, ну на горох что-то в этот раз. А мы в прошлый раз ничего. С чесночком тоже горох. И вот настало время забрасывать нашу чесночную наживку. Поехали! Эх, неудача. Ну ничего, лиха беда начала. Ух, люблю я рыбалочку. Этот отдых культурных людей. Наберешь с собой пару баночек, одну из них для червей. Накопаешься, налакаешься, и с волнением клёво ты ждешь. Как на первое, на свидание, на рыбалку все время идешь. Был? Сошел. Я вот не видел. Здесь. Я его тоже не видел, но он был. Нет, нихуя. Нет, да, какая-то духа. А так уперся, ты понял? На один зубик. Ага. На таранку. Нормально. Все, облупили, да? И сидел, даже не звонила, да? Mm. Нажрался, падла. И сидел там от пуза, да. Ох, я нажрался, да? Ну, тут чуть больше десятка, да? Мне в выходные дома не сидится, ведь всю неделю я рыбалку жду. Ворчит жена, что мало помогаю, что занят вечерами ерундой. Я чертиков кручу, крючки паяю, зато я рыбку приношу домой. Бери сачок. Да мелочь не надо. Бери сачок, я тебе говорю. Так, а где сачок? Вон сачок. О, ты говоришь. Ну, правда, мелочь, но... Да, но тут, видишь, зацепилась за это, за травму. Я-то думал... Ну-ка, покажи что-то... поближе. Ну, да. Ну, карасик, да? Горит, морга. Да не, нету? Я вижу там, что он... Нету? Давай сюда. А, да ты вот так вытащишь, вытаскивай. А. Карасик маленький. Да блин, я тут запутался. Ну, чуть больше, чем маленький, скажем так. Таранистый. Лянь, я его за жаб. Я матекаюсь, да? Ну-ка. То есть она не заглотила, а ты ее за глаз и за этот. И за жабру. Ласково жмурится солнце золотое, весело плещется синяя река. Ласково жмурится солнце золотое, весело плещется синяя река. Эх, рыба ловится какая-то мелкая, самое время перекусить. А что на рыбалке перекусывают? Шашлык. Белёк дрожит надо мной, жук жужжит, комариный
улыбается слегка, ласково жмурится солнце золотое, весело плещется синяя река. Ласково жмурится солнце золотое, весело... Что, карп хоть у нас выпрыгнет когда-нибудь на удочку, запрыгнет? Ну, что ты там пьешь? Дай погляжу. Не, ну что, нормально. Необычно. Я тут такую фигню. Тяни, 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 бросай. Быстрее, быстрее, тяни, тяни. Есть? Еще бомба. Бомба? Да. О, глянь. Я тебе говорю. Георгий. Вон он волны пускает. Да, дорогой поросёночек, иди, иди к нам. Где, где, где? Не вижу, не вижу. Иди, иди, иди сюда. Во, во, во. Давай. Опа! Давай. Ох, блин, я еле тащу, ёлки-палки. Да ну! Здоровый тоже. Ну сколько тут? Грамм 700-то есть. Толстенький. Красавчик. Поперло. Давай. Доставай. Красавчик. Иди сюда. Наш дорогой. Твоя жертва. Прости нас. Это охота. Что ж. Да. Мы попросили тебя. И наши желания были исполнены Богом каким-то. Прости. Поймал, отпусти, сорвалось, не грусти. Секрет рыбалки прост, держи удачу за хвост. Поймал, отпусти, сорвалось, не грусти. Давай, давай, тащи. Бросай. Тащи, все две. Тащи это. Ты слышишь, иди сюда. Да? На, на. Есть? Да нет. Да что-то тяжеловато идет вообще. А, нет, что-то есть, да. Что-то есть. Бери это. Сачок с тобой. Вон он. Есть что-то. А почему на этот нет ничего? Блин, хорошо. Очень он куда-то хорошо. В сторону. Слышишь, сачок, видишь, там этот порога. Слышь, две, ах ты! Ай, блядь! Две было. А как одна, там дырка, что ли? Нет, ты видишь, сачок развалился. А, она в эту дырку вывалилась. Как ты две рыбы поймал на один этот? И нормальные были две такие, да? Дуплет называется. Все. В рот ему налить? Налей. Он дрявый все равно. Может, издеваемся, да? Издеваемся над рыбой. Ну. Не, короче, бросаем все это дело сейчас. А-а-а. Нахер. Ладно. У нас не получается сразу два дела. Блин, здоровый в натуре. Даже в магазинах таких нет. Красавчик. А, приправа для рыбки. Не знаю, это этично солить живую рыбу еще пока. Не знаю. Мы просто так жрать хотим, что мы готовы. Надо еще шевелиться, а мы уже едим, да? Да. Чуть ли не на ходу. Ну что делать? Попросили, нам дали рыбу. Мы теперь ее по-быстренькому так стараемся запечь. Покажешь потом Марине. Мотай со всех сторон. Вот так ложи, а я ее буду мотать со всех сторон. Так. Ну и что, на угли или на решетку? Да, наверное, на угли мы потом... На углы картошка нормально ворочить мы его потом не сможем. А давай попробуем
вот это выдержит штука, вот так вот. Да выдержит она, выдержит, только рыба бы не раздавилась, когда она уже это спечется, чтобы она... Нормально, все. Все, вот так и печем, да? Да. Вот, ага, все. Короче, это... Что мы вешаем, как и раньше, один или уже горох? На что оно хоть ловится? Короче, ловится на все подряд. И нет. На горох. И пить. на тесто. На горох и на тесто. Ладно, тогда зафигачиваем одну горошину. Да, одну горошину, как всегда. Одну горошину. Ты ее делаешь, чтобы у тебя зубец торчал. А я наоборот так делаю. Нет, надо, чтобы торчал зубец. Два чеснока. Не, половина чеснока. Слышишь, половина чеснока, да? Половина головки. Это ты сюда выжал, да? Да. Угу. Ну вот, в следующий раз. Чеснок прям сюда выжал, да? Да, да, да. А, ну да, я ж помню. А эта смесь вообще как называется-то? Что не это? Знаю. Ну а как ты покупаешь, что говоришь? Рыболовная смесь. А, рыболовная смесь. Ты же сам со мной был, ну да что ты, Валер? Да я же особо. Правильно. Ты понял, он пытается сорваться. Вперед к берегу гребет. Ты понял? Может, килограмм. Килограмм. По-любому. Да, ну. Потому что мы только таких сегодня собрались ловить. Другие нам не нужны. Да что-то слышишь, что-то там у тебя здоровое опять. Я тебе говорю, Валер. Ты сюда смотри, сейчас он. Вот он. Не вижу, вот не он. Вижу. Где, вот где, он. Где? Вот он. Ух ты. Да тоже что ж они... Красавчик мой. Мой красавчик! Утю-мутю-путю-путю! Они что, одинаковые, как на подбор? Мальчик! Откуда вы, друзья? Как на подбор, да, все одинаковые. Близнецы! Годовалые! Слышишь, это... Я как 10 сказал, так 10 и получится! Давай! Открывай! Блин, скоро я уже это вытягивать не буду! Все. Кидай. Отлично, ребятушки. Ну, давай. Что тут получилось? Давай зазырим. Так, на скорую руку. Ну, в фольге тема тоже нормальная, да? Ну, с картошкой получилось неплохо, да. Угу. Давай, этот, может, на эту прям. Да все, не, вот так вот его. Ай, у меня челюсть отвалилась. Неплохая, да? Угу. На угольках. Дрова не лежит, просто угодно. Запах тоже ништяк. Я тут над камерой издеваюсь. Ну, давай снимай. Снимай. Есть, да? Ага. Снимай. Да ну ты неправильно делаешь. Как неправильно? Ее нельзя так удочку прямой держать. А-а-а. Ты начал его вверх поднимать. Ты что делаешь? Бифштекс какой под задницей, да, с углями. Ну глянь, какой сок течет оттуда, жир, конечно. Это жирный бекон. Жир течет, а запах понюхай. А, куда ты на шапку на мою? Да не капнуло ничего. Подожди. Не дотягиваюсь. Да блин. Ну, нормально, но вот такой же, наверное, да? Амурчик. Можно сколько угодно спорить, на рыбалку сходить вам стоит. Блин, да рыбаков ну, у костра послушать, да? И ухи из котла покушать. Можно даже идти без снасти, на рыбалке не в этом счастье. Перед тем, как уйти на свалку, не за рыбой схожу, на рыбалку. Ага. Потом перекинешь мне этот ролик. А. Ништяк, да. Ну сколько оно? Грамм 700, да? Да, наверное. Хотя мышки вон.
Да все, выключай. Да это я ролик. Ты мне потом пришлешь. Ладно. Я вставлю. Это вот на утро вы поймал его. Угу, здорово. Это, наверное, самый большой, наверное, не? Угу. Есть какой-то покоцанный. Так,